обступили со всех сторон. Пошли. Видите, очередь. Немножко мы профукали, туристов навезли, мы самым первым приехали. А туристов навезли, здесь небольшая очередь. Сафари. Теперь здесь очередь. Это перед нами два автобуса привезли. Вот. Какие козероги. Кто это такие? Это, смотрите, какие-то рогачи. Мясо в них сколько? 200-250 килограмм. Смотрите, как интересно поддерживающие деревья, видимо, чтобы не ломались или что. Как обвязывают, усиливают. Или, может, чтобы не грызли их. Хрен, я вообще не знаю. 120. А зайца здесь нету? Лев разгоняется до 80. Представляете? Это вообще... Мы сегодня ехали 80-90. Вот с такой скоростью он несется. Страусы тоже 80 разгоняется. Ну вот поэтому они зебр-то и ловят. Зебры 65. О, эти олени вообще 48. Кабаны тут почти кабан 50. Есть. Кабан, слон, да, даже до 40 разгоняется. Ну, ноги, потому что большие. Ну, так, о, тут какие здоровые. Обед целый, смотрите. Красавцы. Ну так смотрят, и думают. Юля, иди сюда. Он здоровается, смотрите. Привет, привет. Давай, привет. Он здоровался сейчас. Идем дальше. Вот на дереве? Да. Это змея, что ли? Да. Змея, видите, на дереве намотана. Вон там маленькая какая-то. Как бананы. Вот они. Смотрите, какая. Вот тут видно, да, видите? Круто. В общем, как у нас зоопарк, тот же самый. И так вот все. Здесь не знаю, что здесь. А вон они. Смотрите, крокодильчики. Крокодильчик спрятался. Маленькие крокодилы. И рыбы, представляете, вот смотрите, сколько у них рыбок плавает там с ними вместе. Видимо, кушают, когда проголодаются. Вон цапли какие-то большие ходят. Что? Нет. Аисты. Аисты это? Да. Ну вот ребенок больше знает, чем мы взрослые. Аисты. Вон розовые цапли. А там фламинго, наверное. А, розовые цапли? Ну да, видите. Смотрите, как они смотрятся. And the people, they're from Asia culture. Thì các nhìn xung quanh đây, một số loài hươu nai linh dương và con đến từ các nước châu Á. Hư sao là những bạn có thân hoàng đốm trắng, còn những bạn có chiếc bụng trắng ở bên dưới đó là loài linh dương đen Ấn Độ. Kitaji have the yellow fur in one part of the body. When you see some animal has the best white fur and the bell, this is the best that's from India. Переводчик, слушайте по-китайски. And now you can see in the horse at the left and the right side. You can nhìn hai bên xe của chúng ta. Ở tại Samari, các bạn gấu được ăn mật ong mỗi tuần 3 lần và ăn tráng miệng với trái cây hàng ngày. Khi xe chúng ta qua đây, các bác tài xe buýt hay cho các bạn ăn tráng miệng với trái cây để tạo sự thân thiện hơn. Сейчас она его покормит. Смотри, хочу. Смотри, вот он. Вот, сейчас он. Не видно?
một loại đực đó chính là vua và đực đầu đàn, còn lại là năm và cái. Loài sư tử có thói quen sống theo bầy đàn, nhưng khi trưởng thành mỗi bạn đực sẽ tách thành một đàn riêng với các bạn gái của mình. Đang nằm tắm nắng rồi. Yes, take it Sunday. Đến từ châu Phi. The last one you can see is the left side. You see the African cow. They come from Africa with the flick horn to talk each other, the horn maybe to make it. Inside the horn, like the honey shop, it has some rock inside, right? Inside all over. Bạn bò này đến từ châu Phi với cặp sừng khủng ạ. Với đỉnh của hai sừng có thể cách nhau tối đa là 2 mét. Và cấu trúc ở bên trong sừng, cấu trúc giống như hình tổ ong rỗng. Язык какой он длинный, это вкусный, наверное. Мама. Юля, решил тут подкормить, издалека начать. Он же не видит, иди сюда подойди. Покажи ему. Ты ему не так, вот так, Юля. Юля. Во-в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 о
Оторвали его. Извините. Сейчас я сфоткаю тебя, подожди. Все? Ну погладь теперь его. Чего ты боишься? Ничего не погладила Юлю. Ну да, я тоже не вот он идет, погладь его, и все, я сниму.